Непростое, но вполне справедливое решение приняла Федерация футбола Саудовской Аравии. Игроков сборной королевства накажут за провал в матче против России. Игра закончилась разгромным счетом 5-0 в пользу хозяев чемпионата. Глава федерации Адель Изад заявил, что некоторые члены сборной будут наказаны за неудовлетворительный результат в матче. В первую очередь взыскание получат вратарь, защитник и нападающий. В управлении по спорту считают, что для игроков сделали все возможное. В течение 3 лет бюджет покрывал их все расходы, наняли лучших тренеров. Но они не выполнили даже 5% того, что от них требовалось. А лучшим игроком этой встречи ФИФА назвала полузащитника сборной России Дениса Черышева.